Эй, все самые топовые комментарии с предыдущего видео попадут в это видео. Если ты хочешь попасть к этим видео, то пиши свой креативный, талантливый, интересный, супер-мега комментарий. Я уверен, именно ты попадешь в мое следующее видео. Действуй. Да, наконец-то, сегодня последняя серия первого сезона сериала Диана Шурыгина. Как мы все этого очень долго ждали, на канале Скриншоу вышло видео с эксклюзивными кадрами пятой части «Пусть говорят» с нашей любимой Дианочкой. Я уже упоминал канал Диана Шурыгина в своих предыдущих видео. Популярность этого канала растет, люди растут, фанаты растут, и тупые люди тоже растут. Я их до сих пор не понимаю, и я не понимаю, что они делают. Почему люди подписываются, почему люди лайкают, почему люди читают вот это? Очень много вещей я сказал в своих предыдущих видео, посмотри их, там и переписка, и слив видео с фотографиями Дианы Шурыгиной, и много чего другого. Сегодня мы посмотрим вот это эксклюзивное видео, которое нам предоставили парни из канала Скриншоу. Не буду вас задерживать, погнали. Чувак, главное, чтобы нас за это не посадили. Всем привет, ребят! Мы очень рады, что ролик... Ребята вообще просто мгновенно выстрелили, я их даже не знал. Я спрашивал вас, кто такие вообще вот эти вот Скриншоу, почему их везде вызывают. А сегодня мы поговорим о пятом выпуске Дианы Шурыгиной и сольем вам последние инфы. Вообще это... Кстати, вторая часть интервью Соболева тоже интересна. И... новый персонаж, это некий блогер Владислав Копынков. Окей, и вот мне... я не понимаю, почему не показали эфир Эльдара Приятного. То, что сейчас происходит с Дианой, это буквально сожжение на костре. Либо он... не знаю этого блогера, говорят, какой-то интересный блогер. Окей, окей. Дядя Паша! Мы все любим дядю Пашу. Они провернулись в сторону Дианы. Они постоянно ее защищают, как и в четвертом, так и в пятом выпуске. Но весь зал настроен. Ничего не меняется, как уже сказал Соболев, Ильдар. Просто скука и просто опять начинает голодеж, и блогеры поднимают себе статистику, например, Халгер. Опять ничего нового. Интересно, вот такая, мне, наверное, все, то, что мне интересно, это выпустит ли Серегу. Реально, я переживаю, один такой... Можно я скажу, не перебивай меня? Переживаю за Серегу. Также через некоторое время в студию заходит Эдуард, который рассказывает нам очень интересную вещь про Диану. Еще появился чувак из Дома 2, который рассказывал другим, что такое мемы. Это тоже было смешно. И еще непонятный китаец, которым я посмотрел фрагмент отдельный, смешной. И я просто дико угорал с этого. Кто его позвал? Зачем? А? Этого чувака я не понимаю, что он вообще, какое отношение он вообще имеет к этому. В четвертой части Прохор рассказал то, что блогеры приобретают хайп исключительно на имени Дианы. Да, есть такие. Он очень сильно ошибается, потому что... опять я его тоже не знаю, который там был. Но хайп появляется только у малого количества. Ведь мы ее не пиарим. Кстати, Соболев лапнул 1,5 миллиона подписчиков на своем канале, и сегодня он празднует 2 миллиона. Это просто разносит мозг. С кем-то там подружился, знал то, что сидят очень много невиновных людей. Тут таких очень много. Серега. С такими статьями, и очень много невиновных. И, ребята, я ставлю косарь на то, что вот это станет новым мемом. Пока этого нигде нет, вы услышите это первыми. Что? Что? Давайте поговорим о самых часто задаваемых. Давайте ждать этого мема, да. Опять в ленте. Опять вся моя лента будет засрана вот этим... Из семьи Семена, где настоящие мемы, где Шрек? Шрека мало в ленте. Ребят, кому интересно, я вставлю вторую часть интервью с Соболевым. Там не про Диану, но все равно может кому-то интересно. Окей. Вот таким получилось новое видео канал Скриншоу. Значит, там ничего интересного. И вторая часть Соболева. Не знаю, для моего канала, наверное, это не интересно. Главное, что мы получили эксклюзивные кадры, какие-то звуки из студии. Это классно. Это реально классно. Давайте просто все будем молиться за то, что поскорее бы этот мем исчез просто из моей жизни. Я устал. Я реально устал, я надеюсь, что вы устали от этого. Ну просто, ну весь ВКонтакте. Есть даже паблики, посвященные вот этому мему, которые собрали уже по 500 000 подписчиков. Это не серьезно, это не интересно. И
Хватит! У меня просто бомбит уже в прямом эфире, я не могу сдерживать эмоции. Почитайте любые комментарии из любого паблика, из любого видео, и люди со мной будут согласны, если я это напишу. Я реально устал, просыпаясь каждое утро, видеть какие-то новости про Диану. То Яндекс, то Google мне предлагают вот эти новости, я просто реально не могу. Я надеюсь, вот этот выпуск, вот этот весь последняя волна, она даст конец всему тому хайпу, который случился с нами этой весной. Я думаю, про Диану, скорее всего, забудут и отпишутся от нее эти почти полмиллиона людей. Боже, 300 тысяч человек на нее подписано. Во. Я даже представить себе не могу, насколько это много. Ребят, спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк, написать комментарий. И если ты здесь впервые, а я уверен, что ты здесь впервые, не забудь подписаться на канал и рассказать обо мне своим друзьям. Мне будет очень приятно, и это поможет каналу. Дальше будет только интересно. До следующего видео. Пока.